Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 104, упражнение номер 164. Прочитайте. В разных языках название ягоды земляника связывается с понятием «земля». Ягоды нередко почти лежат на земле. В немецком языке эта ягода называют «земляная ягода». В польском языке она именуется как «поземка». Почему землянику так назвали? Название земляники связано с понятием «земля», потому что ягоды земляники почти лежат на земле. А можете ли вы объяснить происхождение названия таких ягод, как черника? Черника так названа, потому что она имеет черный цвет. Голубика также названа по названию цвета ягод, голубого цвета. Костяника названа так, потому что она состоит из косточек. Найдите в тексте три словарных слова. Запишите их, подчеркните буквы, написание которых надо запомнить. Так, в тексте следующие слова словарные. Я-го-да, запятая. Я-зык, запятая. И слово земляника. В этих словах, в слове ягода нам нужно запомнить писание буквы О. Язык буквы Я, земляника буквы Е и Я. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.